Им от года до 12, и каждый счастлив по-своему. Еще в кризисный 2008 год супруги Якунины из Мариуполя взяли первого приемного ребенка. Сейчас воспитывают 9 детей. Как живет и отмечает праздники большая семья, видели корреспонденты событий. Если бы они меня не взяли, я бы был сейчас на улице. 12-летний Антон ценит то, что ему каждый день дарят любовь и заботу. В семье Якуниных он старший ребенок. В паре с ним танцует сестра Валерия. Девочке 11 лет, она тоже приемная. Много видов танцев. Ча-ча-ча, румба, самба, джайв. Новые мама и папа нашли Валерию в мариупольском интернате 8 лет назад. Виктор Якунин вспоминает, их даже отговаривали брать девочку. Когда мы ее забирали, нам говорили, что зачем вы это делаете, у вас она не будет ни прыгать, ни ходить, ни... у вас будут одни проблемы. Тогда ей было всего 2,5 года. Она не умела ходить и говорить. Ребенка мучила астма. Но уже через полгода в семье Лера изменилась до неузнаваемости. Выходили, вынечили ребенок. И танцует, и прыгает, и скачет, и радуется. После этого приемные родители поняли, для них не существует невыполнимых задач. Сейчас в семье 9 детей из Снежного, Харциска и Мариуполя. Все эти тяготы действительно отходят на задний план. И понимаешь, что ты уже не можешь жить без этих детей. Найти их Юлии и Виктору помог портал «Сиротству нет» фонда Рената Ахметова. Я 4 детей увидела на сайте «Сиротству нет». И мы тоже поехали и забрали их. Я безумно счастлива, что я мама стольких детей. За 8 лет работы портала более 8000 малышей обрели семьи. Якунины получают помощь от Рената Ахметова уже не один год. Это человек, наверное, с большим сердцем, с большой душой. Это я даже не знаю, как выразить благодарность такому человеку. А на этот Новый год фонд Ахметова подарил детям настоящий праздник в развлекательном центре. Лера с сестрой побили собственный баскетбольный рекорд. Мы с сестрички забили 150 голов. Спасибо большое Ренату Леонидовичу за то, что он организовал для детей огромнейший праздник. Это вообще человек, который думает за всю Украину. Дай Бог ему здоровья, процветания и всего самого наилучшего. Потому что у него душа болит за всех. В рамках благотворительной акции мероприятия посетили десятки воспитанников детских домов семейного типа и сотни ребят из школ-интернатов. Поддержка фонда развития Украины, как гуманитарная, так и коммуникационная, так и правовая поддержка, очень нужна для функционирования дальнейшего, да, этих детских домов семейного типа. Акцию «Ренат Ахметов детям» проводит 16 лет подряд. В этом году 140 тысяч ребят Донбасса получили подарки от учредителя фонда Рената Ахметова. Юлия Меньшакирова, Ростислав Сысоев, Оксана Корчума, Владимир Конопля, Александр Шмырев. События, канал «Украина».